Всем доброго дня! Будем печь кулич. Для этого нам понадобится молоко, мука, сахар, сливочное масло, яйцо куриное, свежие дрожжи, соль, семена кунжута и ванилин. Подготовленную емкость растираем дрожжи сырые. Стараемся как можно мельче. Вливаем теплое молочко. В этой массе добавляем просеянную муку. Периодически будем помешивать. Хорошо размешанную смесь, вот такой у нас она получилась, мы накрываем чистым полотенечком и ставим в теплое место для подъема. Тем временем, пока у нас подходит тесто, мы взобьем яичные желтки с сахаром. Подошла наша опара. Так вот она хорошо поднялась. Теперь в миску подготовленную вводим всю нашу опару. Добавляем к ней взбитые яйца с сахаром. Присыпаем солью, ванильный сахар и вводим масло. Масло я не растапливаю, оно очень мягкое, комнатной температуры. И хорошенько все перемешиваем. Постепенно буду добавлять муку. Вот так у нас еще постояло тесто и подошло. Будем работать дальше с тестом. На рабочую поверхность присыпали муки. Выкладываем тесто и слегка его подмесим. Тесто формируем в виде батона. Разделяем на две части. И переплетаем его в виде косички. Форму предварительно смазали сливочным маслом, присыпали слегка мукой и выкладываем в нее подготовленную косичку. Даем постоять 5-10 минут. Духовка у нас разогрелась. Прежде чем ставить духовку, мы обильно смажем взбитым яйцом. Thank you.
и присыпем кунжутным семечком. Ставим в разогретую духовку и будем ждать приготовления. Кулич готов. Приготовьте. Это очень просто и очень вкусно.